Тамадидевам Пурушопуранам, Тамалварнам Свитаватарам, Апар Сансар Самундрасетам, Бхаджамахи Бхагавато Сарупам, Янгравайаннаманапетамапетагритям, Дайпайяна Вирахакатарваджухава. Путрети танмая таятарво винедум, твам сарва бхута хидаям, мунимана тосми, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари. Кришно тодья пад панкажо панжаранте аддайваме мано вишату манасарадж хамсо пран праян самай кафават питвай кантхавародханам видху бхажанам кутосте бхажанам кутосте Кришно тодья пад панкажо панжаранте аддайваме вишату манасарадж хамсо пран праян самай кафават питвай кантхавародханам видху бхажанам кутосте Гаудия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур. Гауди Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур. Прабхупад сказал, что те, у кого нет осознания самого себя, самосознания, и что говорить об Атматтве, те, кто не осознали сами себя, то в то же самое время те, кто не развил сававрити, чувство служения, у кого нет ума настроения служения, и вот Шрила Прабхупад говорит про таких людей, у которых нет самосознания. И те, кто не развили желание служения, хотя внешне у них они совершают достойное общение, но таких людей мы должны избегать их общения, поскольку они будут помехой на пути нашего самосознания. И вот Гауди Сиддханта, она очень научна, и говорится, что асасанга тьят эй вашнав ачар, то есть избавиться от асатсанги – это достойное поведение вашнава. Шрила Прабхупад говорит, что те, кто совершают сатсангу, и в то же самое время мы должны думать, то есть если мы совершаем сатсангу и не оставляем асатсангу, то толку не будет от такой садасанги. И вот Гауди Гоштхипати Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупад говорит, что совершение сатсанги подразумевает оставление асатсанги. То есть такого не должно быть, что мы совершаем сатсангу и асатсангу. Это неправильно. Дживадая Кришна нам сарва дхарма сарва.
если мы совершаем харинам должным образом, и у нас, на нас есть милость гуру и вайшнавов, то тогда автоматически мы, у нас будет сострадание, милость к другим живым существам. Я вчера уже говорил, что изменить сердца таких демонических людей и занять их в харибаджане, как-то занять их в служении Господу, то это наивысшее сострадание к живым существам. Иначе этот живодоя просто какие-то будут просто какие-то пустые слова. Большинство людей, они заняты служением этому материальному миру, материальной концепции. И такие люди, у них нет знания о душе. И также можно вспомнить, что вот в прошлый раз Махарадж говорил о том, что Парикшит Махарадж, он спросил, и вопрос, который спросил Парикшит Махарадж, то Шукадев Госвами, он был очень доволен его вопросом. Если Гуру Вайшнава не доволен нами, то Кришна автоматически станет доволен. И поэтому Шрила Прабхупад говорит, если вы получите милость Гуру и Вайшнавов, то будьте уверены, вы получите милость Верховного Господа, и нет никаких сомнений в этом. И я уже говорил, Кришна в Бхагаватам говорит Удаве. Ачарья мам виджаният. Гуру, он имеет всю силу Шри Кришны. Даже то, что Кришна не может сделать, Кришна, то, что Кришна не может сделать, Гуру Дев, он может это сделать. Это, то есть, имеется в виду, Кришна в форме Гуру, он может это сделать. И Джива Госвами Пад Сандарбхи говорит, что Кришна, он полон любви. Loving service, taking service there, always ecstatic feeling. He have no information. И вот у него Кришна, он занят своими лилами с Враджавати. И мы не можем осознать, если мы будем использовать свои материальные умы, наше образование, какие-то другие материальные вещи, которые у нас есть, это непостижимо. Мы не сможем постичь, осознать то, что Кришна ничего не знает о том, что происходит в этом мире, поскольку Кришна, он занят в лилах с Враджаваси. Кришна всегда, все время он занят с Враджаваси. И то, что происходит в этом мире, ему нет никакого дела до этого. И поэтому в Шри Чайтанья Чаритамрите мы находим такие слова, написанные Кришнадас Кавираджем Госвами. И вот там говорится так. То есть он говорит, что я не знаю, что происходит в этом материальном мире. Гопи тоже не знают. Again they look at me, my love again overflow. Overflow means, it is written in Chaitanya Charitamrita, there is no space to increase.
как в Читании Читамати описывается, когда Кришна смотрит на Враджаваси, Враджаваси на Кришну, то их любовь она увеличивается, что ей уже некуда увеличиваться. То есть она увеличивается до такой степени, что уже некуда ей больше увеличиваться. Every fraction of second increasing, whereas room has no space to increase. Yes. Krishna speaking. I don't know. I have no information what is happening. And those gopikas, they don't know. Who is knowing them? Yogamaya. И вот по желанию Кришны Йогамая все это организует, все условия для их лил Кришна и Враджаваси. И если мы осознаем, величие И вот если мы получим милость Гурудева, нашей Гурварги и настоящих онтологических Враджаваси, то тогда и только тогда мы, поскольку они самосияющие, и это будет великим достижением обретения такой милости. Try to read all Goswami books, still you can get green manna after a whole life. Но если сами мы будем пытаться получить что-то на духовном пути без милости Гурудева, то мы не сможем получить ничего, поскольку это такой нисходящий путь. То есть милость она должна снизойти на нас. Рагхунат дас Госвами, когда он жил во Вриндаване, он кланялся всем Враджаваси. Но кто такие Враджаваси? Шрила Прабхупад объясняет, что те, у кого есть такое безостановочное, непрерывное желание служить Шри Кришне, они и есть настоящие Враджаваси. В этом смысле Шрила Прабхупад и Бхактивинода Такур, они все Враджаваси. И вот мы должны в итоге отправиться во Врадж, во Вриндаван. И когда по милости, после того, как мы оставим это тело, по милости Кришны, мы достигнем Враджа, и мы родимся там. Чтобы совершать Рагануга Баджа, нужно родиться во Вриндаване, как гопи, поскольку не родившись во Вриндаване, во Врадже, мы не можем идентифицировать себя как вот, что мы дочь таких-то родителей и прочее. То есть для этого нужно родиться там. И вот когда Гурудев доволен своим учеником, то что может обрести такого ученика? То есть это даже не вопрос. Вопрос в том, что же он не может получить, если Садгуру становится доволен своим настоящим учеником, то нет ничего такого, что бы не мог обрести такой ученик по милости Гурудева. И вот такой ученик, который обрел дождь милости буквально, он обретает все. Я сижу на этой вьясасане не для того, чтобы рассказывать вам какие-то истории. Мы должны осознать это все своим сердцем каждый момент. Мы должны пытаться потеряться в этой расе, в этой враджа-расе постепенно. Мы должны избавиться от анартхи, нежелательных качеств, избавиться от всех нежелательных качеств. Мы должны пытаться служить Гуру Вайшнавам и обрести их милость.
То есть если мы забудем о гуру вайшнавах и Бхагаване, то на то время, когда у нас нет такой связи с ними, если мы забудем о них, то в этот момент кали он может войти в нас. Мы должны всегда памятовать о гуру вайшнавах и Бхагаване. Когда мы готовим, мы что-то делаем, и наши уста должны всегда воспевать святые имена. То есть Махарадж рассказывает, какие-то панды для Джагнатха, когда готовят, то они надевают такие повязки, чтобы даже не вдыхать аромат того, что готовят, поскольку, ну, это, соответственно, все закрыто и никого не пускают, поскольку если, ну, такое часто бывает, что если что готовят какую-то вкусную параману, то мимо проходящие люди, они, ну, или вообще какие-то животные, птицы, они вдыхают этот аромат и думают, что какой же, какая вкусная парамана, такой чудесный аромат, и думают, что они ее будут есть впоследствии. И поэтому такое уже, если кто-то даже вдохнул аромат того, что должно было быть предложено Господу, то такое уже не считается достойным для предложения, для подношения Господу. Вот Махараджа, когда, ну, предлагает какой-то просад, но если Махарадж его по каким-то соображениям не может есть, чтобы люди, которые предлагали этот просад, не обижались, Махарадж просто вдыхает аромат этого просада, и все. Это тоже считается, что как бы он его принял, но с другой стороны не принял, и люди не обиделись. Шри Чайтанья Чайтамрита, это она больше, чем Шримад Бхагаватам, она очень глубока. И то, те темы, которые обсуждаются в Шри Чайтанья Чайтамрите, они очень высоки. И вот Шри Чайтанья Чайтамрита, она особо. Но так или иначе, я хочу напомнить, что вчера я говорил о том, что Шукадев Госвами был очень доволен своим учеником Парикшит Махараджем. У Парикшит Махараджа не было никакого недостатка самопредания. И Гурудев Шукадев Госвами сказал вот такие слова: о Парикшит Махарадж, твой вопрос великолепен. Почему? Превосходен. И вот Гурудев говорит, что что ваш вопрос великолепен. Атмавид – это… И вот такие мудрецы, которые видят истину, они говорят, все должны спрашивать, все разумные люди должны спрашивать такие вопросы у самосознавших себя душ. Это такой международный вопрос. Он касается всех. И вот
И вопрос в том, почему этот вопрос не приходит, не исходит от нас. Почему этот вопрос мы не задаем? Почему его не задают все остальные живые существа? Этот вопрос, он абсолютен. Он универсален, он открыт для всех, поскольку все умрут, все смертны. И поэтому Парикшит Махарадж спрашивает, я знаю, что я скоро умру, и поэтому я прошу вас рассказать мне такой путь баджана, который даст мне наивысшее благо, да, царь? И вот ответ это то есть воспевать святые имена Верховного Господа под руководством Гуру и Вайшнавов, мы должны совершать киртан. То есть если мы под руководством Гуру и Вайшнавов совершаем киртан с чувством смирения, то это идеально. И такой киртан могут, санкиртан могут совершать те, у кого есть качество тринадапи. И вот киртания садахари, кто-то говорит о том, что мы всегда должны совершать харикиртан, неважно, мы спим или едим, или еще что-то в слух или в уме, мы всегда должны совершать харикиртан. И вот тот вопрос, который задал Парикшит Махарадж, он был одобрен всеми самосознавшими себя душами. Anything you think good to hear, so many things there in material world. В этом материальном мире много чего есть, но вот твой вопрос, он великолепен, он превосходен. So many things to hear, because your ear is there, you are bound to hear. You have some desire to hear this thing, that thing. But Parikshit Maharaj says, the king, no. Or any kind of thing you like to hear, any kind of sastra, any kind of anything you like to hear. Maybe material thing you like to hear, economics, you like to hear so many things, dry philosophy. But Parikshit Maharaj says, no. Sotobhyadishu adishu. Sotobhyadishu means? All your sense organs can get busy in different matters. Now suppose your eyes is busy to look. Huh? Have you put it? Maybe your eyes is busy to watch a handsome young man. Anything. You are very fond. You are very fond of this thing, that thing. You like to watch flower. You are going to take out one flower from tree. Ah, very nice. This one kind of enjoyment, material enjoyment. If you are devotee, you can never think that the smell of this flower is very good. But you can check your this one. Take flower and give to Krishna and Vrindavan. You are a material man. Преданные, они не наслаждаются какими-то красотами этого мира или ароматом цветов, например, а наоборот, они эти цветы предлагают Кришне, чтобы он наслаждался ими. И вот наши органы чувств, так или иначе, они всегда заняты в поисках наслаждения. Наши уши, глаза, язык, они все стремятся к каким-то наслаждениям, мы не все могут просто взять и остановить их. By your own effort, you can never come out successful. You can try,
а своими собственными усилиями мы никогда не сможем стать успешными. Только по милости гуру и вайшнавов это возможно прогрессировать. И вот поэтому Наротам Такур в своих киртанах говорит, что без милости гуру и вайшнавов невозможно прогрессировать, и нет другого пути, кроме как милость гуру и вайшнавов. И вот Шукадев Госвами, он был очень доволен своим учеником. И вот он обсуждает Бхагавад-катху до 9-й песни, потом 10-ю песнь. Но когда Шукадев Госвами произносил Бхагаватам, он был полон любви, подобно тому, как Шукадев Госвами. Его речь автоматически происходила подобно течению реки. И Паричит Махарадж говорил: «Я пью нектар Харикатхи, который исходит из твоих лотосных уст». Но все же вчера я говорил, можете ли вы показать мне какого-то человека, кто может сказать, что достаточно Харикатхи? Нет, Харикатхана подобно нектару. Если вы по-настоящему услышите Харикатху, то у вас разовьется жажда слушать еще и еще. И поэтому Парикшит Махарадж, он говорит, кто же может насытиться Харикатхой. И те, кто видят неизбежность своей смерти, то для них Харикатха – это наивысшее исцеление. И кто может отказаться от слушания такой Харикатхи? И поэтому Парикшит Махарадж говорит, и вот в начале говорится такие слова. И кто же может отказаться от такой Харикатхи? И вот эти слова значат, те, кто хочет остановить свой цикл рождения и смерти, те, кому надоело рождаться и умирать. Without a hunter, without a killer of beast, without a cutting beast, killing beast, their heart is very strong. Strongly, their heart is always demonic heart. Demon, like demon. No suffering. That's why in Kirtan, Narottama Das was speaking.
that my heart not going to be melt off. If at all light stone, still it was supposed to melt. Because in Vrindavan, you know, stone is there. Krishna stand on stone, stone can melt. И вот в одном из своих киртанов Нарутам Дастакур он сравнивает себя, свое сердце с камнем. Но у Кришны есть такая лила, что когда он стоял на камне, то этот камень плавился. The property of body is living, liquidity. But when Krishna playing on flutes, и вот когда Кришна, он играл на флейте, сидел на камне, то этот камень расплавился от переполняющих его чувств, а вода, она застыла, вода Ямуны стала подобна камню, а камень расплавился. И так эти вот предметы, вещи, они поменялись качествами. То есть вода стала твердой, а камень жидким. И вот те возвышенные души, они могут слышать 24 часа в сутки звук флейты Кришны, тот трансцендентный звук, который исходит из Голока Дхамы, где Кришна играет на своей флейте, и этот прекрасный звук, он исходит. И вот такие великие души, как Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, Шрила Кешава Госвами Махарадж, вся наша Гурвага, Шрила Прабхупад, Шрила Бхактивинода Тхакур, они всегда слышат этот божественный звук. И они всегда, и у них в их сердце нет никакого неудовлетворения, поскольку они слышат этот божественный звук. И в итоге можно найти, что Гайтри, она тоже в форме Вамшидани. Камагайтри можно, то есть там Камагайтри нету, она вот в форме звука флейты Кришны. Но далеко не все могут слышать этот звук. И вот качества, они могут меняться. И Шукадев Госвами говорит Парикшит Махараджа. Точнее, Парикшит Махарадж говорит эти слова. И вот Парикшит Махарадж говорит Гурудеву: «О, Гурудев, вы хотите закончить, но я хочу более детально узнать о трансцендентных лилах Шри Кришны». Vina Pasugnam, who can stop hearing Harikatha, Nityarayan Harikatha? Nobody can stop hearing that. Very nice. Now, actually, I am going to give you some. И вот сейчас я дам одну важную, дам важную информацию о этой лиле Кали в 16 главе 10 песни, которая описывается. И вот Кришна рос день за днем, и вот в то время, когда случилась эта лила, то Кришне было всего 6 лет. А когда Вастахаран лила случилась, ему тоже 6 лет было. И глупые люди, которые полны вожделения, они неправильно объясняют эту лилу. А эта лила случилась тогда, когда Кришне всего 6 лет было, а гопи около 4-5. Но люди, которые полны вожделения, они не так объясняют эту лилу.
И такие люди, полные вожделения, они недостойны, чтобы прикасаться к Бхагаватам, поскольку Бхагаватам — это богатство Парамахамс. И вот я хочу дать вам детальную информацию об этой лиле. И в то время Бхагавану Шри Кришне было всего 6 лет. А когда Говардхан лила была, то в то время Кришне 7 лет было. Как Кришна внешне был во Вриндаване до 11 лет, и когда он уехал из Вриндавана в 11 с чем-то лет, но все же мы думаем, что Кешова, то есть Кришна в возрасте Кешова, это около 11 лет. И вот когда Кришне было 7 лет, то он был сыном царя. Если вы не верите, можете в Панджаб поехать, там дети 7-летние выглядят как будто им 15. То есть им как бы по паспорту мало лет, но выглядят они в 2 раза больше, чем обычно, да, все остальные. И вот Джива Госвами говорит так, что вот когда Кришне было 7 лет, он выглядел намного старше. И Радхарани также, она была дочерью царя, и она тоже выглядела старше своих лет в том возрасте. И вот такая, как сказать, Кришна, когда уехал из Вриндавана, но мы говорим, что Кришна, он Кишор Кришна. Когда Махапрабху спросил брамана, одного брамана в каком-то месте прослушал, и вот он ответил, что Кришна в возрасте Кишора. Already answered. Raghupati Upadhyay. So Mahaprabhu approved it, yes. But at all Krishna is not there. И Махапрабху одобрил это. But we are always also being Krishna of 16 years age. Но мы поклоняемся Кришне, 16-летнему Кришне. И вот Кришне было во время этой Кали Даман Лилы 6 лет было. И другое, если мы будем изучать Вишну Пурану, Харивамшу, то можно найти, что Кали Даман Лила, и вот здесь описывается, что И вот если посчитать, то вот лила с Дхенукасуром в Талаване. Это лила была в месяц Бадры, талы когда спеют в месяц Бадры, когда Кришна и Радхарани явились, но в Бхагаватам наоборот говорится. В Харивамсе, в Вишну Пуране и других писаниях говорится, что сначала было лилоубийство Дхенукасура, а потом Калия-нага.
когда Кришна начал выгуливать коров, это в Картик. И вот когда Кришна начал выгуливать коров, пасти коров, это в Гопаштаме началось, это вместе с Картик. И после этого несколько месяцев прошло, и что случилось? Начался жаркий сезон, и в этот жаркий сезон очень жарко. И вот они захотели пить, их мучила жажда, и не считая, они не думая ничего, они пошли к озеру какому-то и решили напиться воды. И мы можем из этого заключить, что Калия-лила, она была в месяц Джештха и Бадра. То есть, когда жарко летом. И после этого в месяц Бадра был убит вот этот демон. То есть, это согласно ну, по таким подсчетам, так это должно быть. Вот, а когда был убит этот Денукасура, то все эти талы на пальмах, они созрели. Но здесь наоборот говорится, что Денукасур сначала был убит, а потом Калинак. Лила с Калией случилась. И какова причина за этим, в этом вопросе? На самом деле те Госвами, Санатан Госвами Пат, он написал комментарий к этой Лиле. И Джива Госвами Пат также, Вишвана Чакравати Пат тоже написал комментарий, и Шридас Госвами Пат тоже. Еще до них, и много комментариев, и все они соглашаются с этим, что Калия Даман Лила сначала была, а потом Денукасура убили потом. А почему Шукадев Госвами нарушил правила здесь? Почему? И вот суть в том, каково сердце Санатана Госвами, что он хотел сказать, это очень важно. И вот Санатан Госвами говорит, то умонастроение Шукадев Госвами. Шукадев Госвами, он был полон любви. И также он говорил о Кришна-лиле, особо о... Шукадев Госвами, он был очарован Бала-лилой. Он был очень вдохновлен. Его сердце, оно расплавилось. И постепенно он рассказывал дальше. И с Дадхи Мантан-лилы до Дамодар-лилы. С самого начала, когда Кришна родился, и он своими маленькими ножками он пнул Шакатасура, и Путана убил Путану, когда он только родился. И эта лила, она, он был впечатлен, Шукадев, он был впечатлен этими лилами, рассказывал дальше Бала-лилы. Потом, когда Кришна с Гакулы отправился во Вриндаван, там тоже следующие лилы, и Кришна, и все эти
пастушки, они пасли коров, совершали эту гочаран лилу, и тем временем, когда Шукадев Госвами вспомнил, что нужно Акали сказать, нам нужно было раньше о нем сказать, но его сердце не позволило Акали рассказать сначала, поскольку это опасная лила. И вот он думал, если я буду говорить о Кали-лиле, то преданные расплачутся, никто не может потерпеть этого. Кали, он настолько опасен. И какова ситуация тех Враджаваси, и что чувствовали Яшода, Нанда Баба и все остальные. И Шукадев Госвами, он чувствовал себя неудобно, он не был готов говорить о Кали-лиле. И что служило причиной? А как я это понял? Вы должны спросить. И вот я спрашиваю от вашего имени, почему и как это случилось. И вот сейчас я вернусь к предыдущей лиле. Когда? Дзенукасу, и это Талаван Лила практически кончилась, то тогда Шукадев Госвами. И вот когда они нарвали тех талов и начали есть их, и вот после того, как он написал эту лилу, Шукадев Госвами вспомнил, что он забыл описать Кали-лилу, и он подумал, что это может случилось по воле Верховного Господа, и не хотел углубляться в эту лилу, она очень тяжела, и преданные, те, кто слушает, они не смогут потерпеть, и поэтому... Так случилось, и потом Шукадев Госвами подумал, ну я кратко о ней расскажу. Я не буду детально рассказывать, просто в двух словах. И поэтому Шукадев Госвами говорит, после того, как он закончил Талаван Лилу, Kalindin Sakhi Vritaha. Sakhi means not Sakhi. It is not feminine, it is not feminine gender. Sakhi in plural number. Вот слово Сакхи значит Кришна со всеми своими спутниками, этими гопи, гопами. Санскрит он очень научен. И даже если вы учили 10 лет его, то ошибку совершить запросто. И вот говорится такие слова про санскрит. Одно маленькое слово может изменить весь смысл всего предложения санскрита. Он великолепный язык, но сложен. Как, например, вот в этом предложении, что Рама забирается на дерево, если слова поменять местами, то смысл сохраняется. А в английском, если поменять словами местами, то рушится смысл предложения.
Это очень научный язык. И вот смотрите, здесь описывается. Jajo Rama Mrite Rajan Kalindin Sakhi Prataha. Oh, with all groups of friends. И вот со своими друзьями Бхагаван Шри Кришна, он шел по Вриндавану. Однажды без Кришна пошел пастить, выгуливая, пасти коров. Now I can give second point, which can support my argument. I mean the support of Sanatana Goswami. Who am I to give argument? Anyway. Atho gavascho gopascho nidhago tadva piritaha dushtam jalam papur papuhus tasya tastat trishnartha visho dushitam. И вот о Калиядаман Лиле Шукадев Госвами он хотел избежать. Он сказал просто пару слов, и вот они шли по Вриндавану, и тем временем Кришна без Баларамы они куда-то пошли, но это обязанность Баларама была защищать Кришну. Кто ему дал эту обязанность? Это Нанда и Яшода. Они сказали, что Кришна очень озорной, и поэтому ты должен позаботиться о нем. А Кришна, он очень боялся своего старшего брата, и поэтому слушал все его указания. И это была обязанность Баларамы, и родители ему сказали, чтобы он следил за Кришной. И вот все старшие враджаваси, они сказали, что Кришна, он очень озорной, и смотри за ним. И вот так случайно в тот день Баларам не пошел с ними на выпас коров, поскольку был день явления Баларама. И вот свой день Кришна, он очень наелся, наелись прасадами и пошли гулять. But everybody there, father, mother, everybody watching. Sometimes watching and sometimes this way. When not taking prasadam properly, Madhumana is thinking, why you are giving format to him? His digestion power is very low. You give to me. I can take more. If you have cake and anything, you give to me. He cannot digest. He's weak. This way, joking all the time. So, Bhajan Vila is also, is you can. You can love and love. Oh, nice. Braja Leela. Now, here is the point that without taking Balaram, they are bound to go to station. И вот эти гопы вместе с Кришной, они когда приняли прасад и... To give some idea. So without going to Vrindavan Krishna, just was thinking, why you are going to take towel to hard cows? I have so many servants did that. No ma, I must go.
И вот Кришна, он, несмотря на уговоры матери, он сказал, что сам пойдет пасти коров, а мать сказала, что хотя бы тапочки одень. Кришна сказал, что коровы без тапок идут, и поэтому я тоже босиком пойду. И таким образом Кришна он дает нам урок, как мы должны любить коров, туласи и все остальное, связанное с ним. И вот говорится, и вот под палящими лучами солнца, то есть погода указывает на то, что был Вайшак или ну, то есть то, что лето было. И вот они подошли к берегу Ямуна, они были очень, их мучила жажда, но в Раджавасе на самом деле они за пределами этих чувств жажды и голода, это по воле Йогамайи случилось, если бы Йогамайя не насыщала такими, их лилу такими препятствиями, то эта лила не была бы столь сладка. И вот они пришли к Ямуне, хотели напиться воды. И вот когда они подошли, прикоснулись к воде, то упали без сознания от того, что вода ядовитая была. И после этого Кришна, вездесущий Кришна Антарьяме, Кришна знает все, что Кришна не может сказать, но все же Кришна, он не остановил их от похода к Ямуне. Он знал, что Ямуна ядовита, отравлена Кали, но он не остановил, иначе как бы возможно была эта лила. И вот эти гопы побежали к Ямуне, чтобы напиться, и, подбежав, упали без сознания от этого яда. И вот Кришна пришел туда, посмотрел на них своим нектарным взглядом, и они оживились, ожили, точнее, амрита-дришти, амрита-дришта, такие слова используются. И вот Кришна, он вдохнул в них заново жизнь. И после этого Шукадев Госвами говорит, Викшатано, то есть эти слова значат, что в Раджавасе они упали, там лежали без чувств. И увидев таких в Раджавасе, Кришна, он не йог, он йогешвар. Он повелитель всех йогов.
как он наивысший среди всех. И вот своим нектарным взглядом он оживил их. И вот они встали, они посмотрели на Кришну и осознали. Они встали и поняли, что это был Кришна. Кришна оживил их, и они посмотрели на Кришну с великой благодарностью, но ты настолько милостив, что вернул нам жизнь. И вот они смотрели друг на друга и говорили, вот буквально несколько минут назад мы были мертвы, как мы ожили опять. From the bank of that jal, I mean Kaliya crawl, asana surismitaha sarve, asana they became surprised, sarve, they all, and vikshamanaha parasparam, they are looking to each other. How is that possible to be revived? We get our life back. Anna manshato tad rajan, Govindanu Gurhekshitam Pitva Visham Parehestasho Puno Purutvanam Atmanaha Anamansatata Rajan Govindanu Gurhekshitam Gurhekshitam. They became sure about it. It is the Anugraha. It is the causeless mercy of Krishna. И вот они поняли, что это беспричинная милость Кришны. И они начали думать. И вот они начали думать, как же мы ожили, и Парикшит Махарадж. Шукадев Госвами остановился. Он рассказал так кратко Калиядаман Лилу, и Шукадев Госвами не хотел говорить дальше, поскольку эта лила очень такая печальная. И это очень печальная лила, ее было очень тяжело так потерпеть, и поэтому он не хотел говорить о ней подробно. И вот Шукадев Госвами сказал такие слова. Here also Inamini is there. Because you know, three times Krishna this word comes. One is, and Vilakyo Dushitam Krishna. Krishna три раза упоминается. This is in Sanskrit called Anupras. И на санскрите это зовется Anupras. Одно слово, когда используется несколько раз. Hello, it's called Anupras. So excellent. И без этого Анупраса это предложение не имело бы такого великолепия. Когда одно слово используется в несколько раз в различных смыслах, этих качествах,
и это придает сладость ему. So it is repeated three times. First Krishna means Yamuna. Second Krishna means. Первое Кришна значит Ямуна, второе Кришна это сам Кришна, а третье Кришна значит. Что это черная змея? И это Анупраша называется, такое использование одинаковых слов в разных смыслах. И вот Кришна начал думать, как это возможно, что это мой Вриндаван. И Говардхан и Ямуна, они очень важны для меня. Без Ямуны Вриндаван, как он может быть? И вот Ямуна — это она украшает Вриндаван, и она не просто украшает, это еще и моя Сакхи, моя подружка. И Кришна думал, как я могу потерпеть это, что Ямуна стала полна яда. Я не могу потерпеть этого. И в то же время все в Раджавасе, это мое сердце, они пьют Ямуну и принимают омовение в ней. И как это, я их могу оставить без лечения, если они отравились этим ядом. И вот вопрос возникает, когда уже сказано, что Кришна своим нектарным взглядом, он оживил их. Почему Кришна не мог бы посмотреть на Ямуну и очистить ее? Также кто-то может спросить, и в каждый момент какая-то татва сиданта возникает. И вот вопрос в том, что если Кришна может делать то, все, что угодно, то есть нет ничего, чтобы Кришна не мог сделать. Но если бы Кришна просто взял и очистил воду Ямуны своим взглядом, то в этом случае лилы бы не было. И поэтому он позволил умереть с этим своим друзьям, и потом оживил их. И вот это все возможно, потому что Кришна позволил вещам случаться, с какими они должны были быть по воле Йогамайи. И вот Шукадева Госвами сказал так, и не хотел дальше говорить, он остановился. И после этого Кришна очистил воду, выгнал Калию назад к нему, в то место, где он жил раньше, и остановился. Шукадев Госвами, он остановился, но его ученик, он был настолько велик, что он не смог остановиться. Он хотел остановиться, но не смог. Да, это действительно так. Коровы, вот даже коровы вот в Гошале Махараджи и вообще любые коровы, когда они дают молоко, зависит от того, кто дует этих коров. Кто-то с любовью дует, умеючи, может 2 литра надоить, а кто-то не умеет доить, он и литра не выдает. И то, что, потому что коровы не могут для теленка оставлять молоко. И вот эти молочники, диски, они хитрые. Когда у коровы кончается так молоко, они подводят теленка. Теленок, он пьет это молоко, и оно сразу же появляется у коровы. И также в
во время харикатхи это тоже зависит. Если сидят какие-то материалистичные глупцы, то я ничего не могу говорить. Но если есть настоящие преданные, они заинтересованы в харикатхе, то я могу часы за часами говорить. То есть это зависит от слушателей, как они могут принять мои мысли. Если я увижу, что вы вдохновлены харикатхой, то она автоматически явится. Я не заинтересован в том, сколько людей слушает. Вот Махарадж был на Сурьякунде, он читал Бхагаватам для Сурья Нараяна Бхагавана. Хотя там не было слушателей, он мог 6-7 часов непрерывно читать Шримад Бхагаватам. Иногда один преданный слушал, иногда никого не было, иногда тысячи приходили. И таким образом Шукадев Госвами, он не хотел ничего говорить, поскольку очень такая болезненная лила, но Парикшит Махарадж, он был очень умен, и он был настолько великолепным учеником. И Шукадев Госвами, он не мог избежать того, чтобы не рассказать эту лилу полностью, как вот в этой шлоке говорится, что нет никакого секрета, который Гурудев не может открыть своему садшиши, настоящему ученику, который полностью предался ему и который смирен. И вот когда Шукадев Госвами остановился, перестал говорить эту тему о Кали, и Парикшит Махарадж спросил, это умонастроение Санатана Госвами. Now, actually, Sukadev Goswami is bound to speak because he is so eagerful. Шукадев Госвами, он был вынужден продолжать дальше про эту Калядаман лилу. И вот в реке Калинди, точнее в этом в Ямуне, в южной стороне Ямуны, и вот говорится, что это в южной стороне Ямуны было. Главная часть Ямуны течет с севера. То есть с южной стороны мало течения мало было. То есть Санатан Госвами объясняет, что если бы Ямуна была отравлена с другой стороны, то она протекая через Матхуру и Вриндаван, то отравила бы Враджаваси. Mainstream,
Because all Mathura Vasi and the Vrindavan Vasi, they are always using this water of Jamuna. They are always using the water of Jamuna. How it is possible? These are going to follow. See, it was Andrew. But be careful. It was 8 miles area. И вот это озеро было восьми, около 8 миль в размере и очень глубокое. И вот Шукадев Госвами говорит, यस्मिन् पतन्ति उपरिगा खगाः तु परीक्षित महाराज स्पीकिंग он говорит Парикшит Махараджа 8 miles almost area, big area and there was one this lake at the bank of Jamuna there was a southern part there was one water already coming from Jamuna but this water they have no flow that the poison can go easily. Maybe trace of poison can go, not harmful. But it's written that water is always boiling. Why? Why? There is fire inside? No. In old world, и вот также говорится, что эта вода в озере кипела. А почему? Ну, в других местах тоже можно наблюдать, что вода кипит. Какие-то геотермальные источники, там горячая вода. И там что-то похожее было. И вот почему? А в этом озере почему? Из-за яда. И любые птицы, которые пролетали мимо этого озера, они падали от запаха яда. Vapor boiling by the poison of that Kaliya and the whole groups, friends and all everything, our children, Kaliya wives, they are all a poison. So out of poison, the water is always boiling. Not only that, I already told what to think, what to speak about drinking. They just run there. То есть эта вода была настолько ядовита, что эти друзья Кришны, они даже не пили ее, просто подошли и упали от запаха этого яда. That this surrounding situation. И вокруг озера тоже живности никакой не осталось. They become desert. Место стало буквально пустыня. Даже растения они перестали расти. Vegetation can grow. All vegetation, all trees and creepers, everything, all no scope. So poisonous. So those birds, if somehow a mistake, they make mistake, they're going over there, they're going to fall down, straightway on into that water, dead water. So poisonous. You cannot find even one piece of grass there. Никакая трава там не росла, и птицы мимо пролетающие падали в это озеро. И вот вопрос, почему не возник вопрос у нас такой, как Кадамба Врикша была жива там? На берегу Ямуны, которая росла, ну, в том же месте практически. А вопрос следующий. И вот хотя все растения, они умерли от этого яда, то Кадамба как осталось?
that Kadamba Bhikshu is alive still today, you will have to go back to his past history. И вот, чтобы это понять, нужно вернуться назад. Я расскажу еще прежнюю жизнь Кали. И вот как это возможно, что Кадамба стала жива? И вот Санатан Госвами, Вишванат Чакравати и все остальные комментаторы Бхагаватам, они говорят, это было возможно, поскольку давно была проблема, что змеи, они обдурили мать Гаруда. Они пообещали, что если вы принесете Амриту с небес, то тогда мы освободим твою мать. Это долгая история. Но в общем, они пообещали, что освободят их мать, мать Гаруда, если он нектар принесет, и вот он долетел до небес, взял горшок нектара, и Гаруда хотели поймать, но он был быстрее мысли, кто же его поймает. И вот Гаруда думал, что вот наконец-то до Вриндавана долетел, можно передохнуть. И вот с нектаром, и вот с этим нектаром он сидел на ветке дерева Кадамбы, и поскольку горшок был полон амриты, какие-то капли накапали на это дерево. Но Санатана Госвами более другой аргумент, более красивый приводит. И вот Санатана Госвами говорит, что может быть это было, но есть еще одно, что те, кто получили милость лотосных стоп Шри Кришны, они всегда находятся в океане Амриты. И что плохого в этом, если мы получим милость Шри Кришны, они уже получили милость, и для них они в океане нектара. И Санатан Госвами говорит, что те, и даже те, кто в будущем обретут милость Шри Кришны, несомненно, что те, кто в будущем обретут милость Шри Кришны, для них также они обретут нектар. И этот же случай с Кадамбой. Санатан Госвами говорит, что Кадамба очень удачлива, поскольку Кришна в будущем придет и будет совершать лилу под это деревом Кадамба и наступит на это дерево. И вот для таких удачливых душ какой яд, что может сделать? Когда сам Шанкар Бхагаван получил милость Шри Кришны, и он выпил весь яд от пахтания океана. Когда полубоги попросили,
Шиву выбить я, то Деви, она тоже позволила ему выпить яд. И вот Шива думал, что делать, смотри, они все мои дети, они просят меня помочь им, разрешаешь ли ты? Да, и Деви она разрешила, и вот Шанкар пошел и выпил весь яд. Халахул назывался этот яд. Поскольку Шанкар Бхагаван, он получил милость Шри Кришны, он всегда находился в медитации на лотосной стопе Шри Кришны, он, Шанкар, совершал аскезы, чтобы всегда видеть лотосные стопы Шри Кришны в своем сердце. И вот в одном из киртанов говорятся такие слова. И вот Шанкар Бхагаван получил милость Шри Кришны, и поэтому яд ничего не смог сделать ему. И с другой стороны, он стал украшением для Шанкара, и одно из его имен Нилаканта, синей шеи. Этот яд стал украшением на его шее. Подобно ожерелью. А почему Шанкар не выпил этот яд? Но он знал, что Кришна находится в его сердце, и он из-за того, чтобы не причинять никаких беспокойств Кришне, находящемуся в его сердце, он остановил этот яд в горле. И вот Санатана Госвами объясняет, что те, кто получили милость Кришны, они уже в океане нектара. И те, кто в будущем обретут милость Кришны, то они тоже станут бессмертными, обретя этот океан нектара. Кришна может видеть настоящее, прошлое, будущее. И вот это дерево, оно нужно было для будущей лилы Шри Кришны, поэтому оно было особым и было живым. То есть Кришна с этого дерева собирался прыгнуть на голову Кали, и поэтому оно живое было и цвело. А все другие живые существа и растения, они все были отравлены ядом. И вот следующее. Марутена Авимаршитаха Мриянте Кирага Ясу Пранинаха Стира Джангамаха. Сриджамана? Сриджамана? Those who can move in creatures, those who cannot move, like trees and creepers and so, they have their life, but not he. So, Випрасмута, Вишодарми Марутена Авимаршитаха Мриянте тирага ясо пранинаха стира джаннаха. Стира джанна, those are, стира джаннам, сабар джаннам, all lying, because, suppose, those creepers are little bit far, but still,
because there are droplets of this, you know, sapramandal, you know, this lake always boiling, so some dew droplets going, then by the wind blow, some breeze going to touch those creepers, and you know, for long area. How long area? It is written 400 bow. So, actually 400, 400 dhanu, not the arrow. If you measure bow and bow means long distance all around, all back end, like desert. На каком расстоянии было отравлено эта местность вокруг этого озера? Говорится, ну, на расстоянии 400 стрел. Вот то ли 400 полетов стрел, то ли просто стрел. Вот, я не понял. И вот в этой области, из-за того, что ветер разносил яд по этому ореолу, ничего не росло и никто не жил. И вот Кришна, он решил... Что ему нужно очистить это место, поскольку это его лила-кшетра, как он может потерпеть такое опасное, такую опасность в своем царстве? И вот Кришна решил найти решение этой проблемы и Duṣṭam nadim khala sanyama taraha. This word is very important. Krishna is khala sanyama avataraha. Krishna on because any kind of demons khala sanyama avatara. Поскольку люди любые демоны и прочая нечисть, которые приходят мешать Кришна-лиле, то Кришна, он их устраняет. Кришна, она вечна, и хотя Гита, то, что описывается в Гите, случилось намного позже, но она вечна, и поэтому я могу использовать цитаты оттуда. И вот в Бхагавад-гите говорятся такие слова. Снова и снова, время от времени я прихожу в этот мир, чтобы спасти преданных и уничтожить демонов и все препятствия, которые ими учиняются. Where from this question of paritran coming? Paritran relief from pain. Paritran. Whereas the devotees, they are already in the ocean of prema, love, devotion. How it is possible they can expect Krishna come and send me? It's not possible. But Vishwanatha Chakravarti will say, okay. They are not at all habituated to pray in front of Krishna. И Вишванат Чакравати говорит, что преданные они не привыкли молиться к Кришне о спасении, но в какой-то момент жизненная ситуация станет такой, что они вынуждены будут молиться Кришне. Как Нанда Баба, он никогда не молится Кришне о спасении, но однажды два часа ночи пошел в Ямуне принять омовение, и слуги Индра Махараджа, они похитили его. И он был вынужден звать Гопала, чтобы он спас его. И вот слуги Господа Варуны, они похитили его. И вот это не привычка Ваджаваси, Нанды или Йешоды, но иногда случайно получается так, если они в большой опасности, они зовут Кришну, чтобы он
их спас. Я уже вчера говорил, что такая концепция в их уме как бы есть, но в то же самое время нет, но она иногда она нестабильна, они забывают об этом часто, что Кришна Верховный Господь, но иногда это проявляется. И вот какой смысл явления Шри Кришны просто убить демонов и всех их, преграды? Нет. Главный смысл явления Кришны – это иметь отношение с Враджаваси, участвовать в этих лилах. А те, кто причиняют беспокойство преданным, это уже такая второстепенная, второстепенный смысл явления Шри Кришны. Но тем не менее, Кришна убивает всех демонов, вот Махараджа их перечисляет. Когда Кришна нашел Калиянага, есть даже киртан в его честь. И вот однажды Кришна, он выпил огонь и спас всех своих друзей из этого лесного пожара. И вот это не шутки. Кришна, он властелин бесчисленных брахманд. Что говорить о нас с вами, бесконечные брахманды? Если я помещу вас в космос, то что будет? И что же делать дальше? Если мы там окажемся. Калпана Чавла, one scientist, lady scientist, was going, she was going to space. In the meantime, there was fire. Dead body. Big scientist, lady scientist. А вот в Индии какую-то женщину-ученую отправили в космос, но по дороге авария случилась, и она сгорела заживо. И вот мы в любой момент можем умереть, но наша просьба к Кришне в тот момент, когда мы будем умирать, чтобы мы помнили Кришну, это наша молитва. И вот в киртане говорится, в киртане Шрилы Бхактивинода Тхакура, что в любом рождении, если бы я не родился животным или птицей, то согласно моей карме, но одна молитва у меня к Тебе, о Господь. Если я рожусь в таком рождении животного или птицы, то я хочу помнить Тебя, и чтобы бхакти, оно было в моем сердце, и чтобы я всегда помнил о Тебе и служил. Птицы тоже могут служить Кришне, и животные тоже. Я уже говорил, вот как слон служил, и вот обезьяна в форме Ханумана, они служили Господу Раме. И вот однажды Ханумана попросили какую-то траву принести, но время было позднее, но это Лакшма попросил, и Хануман целую гору принес с этими травами, ну, чтобы не разбираться, какая именно. И вот это такая лила. И вот эта лила с Лакшманом и с его оживлением
случилось, потому что Брахма благословил Равану. И вот Раван со своим сыном, они получили милость Брахмы. Ну, Лакшмана был сам Баларам, но чтобы не оскорбить Брахму и его все благословения, то этот Баларам в форме Лакшмана, он принял все. Выходки Раваны. И поэтому он был вынужден умереть, и потом с помощью Амрити Санджавани воскреснуть опять. Я уже говорил, что настоящие преданные никогда не молятся Кришне, не просят того, сего, пятого, десятого. Но в особо опасных ситуациях так случается. And then Balbal, that demon coming and throwing urine and stool and blood. Oh, really? Yes. И вот однажды брахманы после жаловаться, что они собирались совершать ягью, и какой-то демон приходит и оскверняет все. Каждый день приходит, как только мы начинаем ягью, он оскверняет, испражняется на вот это место яги. И вот брахманы жаловаться начали Баладеву, что им помочь нужно вот с такой ситуацией. И он сказал, да, я помогу вам. И где этот демон? Но сейчас мы начнем ягью, и он придет. И вот ягья началась, и этот демон в форме тучи прилетел и начал испражняться. А. А точнее не начал, а еще только на подлете был. И Баладев взял свой плуг и ну, плуг он еще был такой увеличивался, насколько нужно было. And making his long and putting Hastinapur train into Ganga. Oh my God! Yeah. Hall and Mushal. So hall is useful now because sometimes can cultivate my heart to purify me. Sometimes I am not going to obey, then he can call in and put by Mushal. Ah! Both this nice service. И вот этот Баларам своим плугом может людей так привлекать и наказывать также. Вот Баладев, он мог делать все. И вот когда этот демон в облако подлетел, то Баладев этим плугом зацепил его и убил. И сказал, что вот Ришимуни совершают баджана, ты тут мешаешь им. И вот так он убил этого демона, и брахманы были очень довольны. И потом он отправился в различные места паломничества Баладев. И вот следующее. Тено
Надинча Халасаньяманавата Араха Кришнаха Кадамьям Адхирухья Тато Ати Тунгам Аспатто Гар Расана Непатад Бишо Непатад Бишо Де Кисасаги. И вот Кришна говорит: хорошо, мои друзья, находитесь там, смотрите, сейчас я сделаю нечто, стойте на месте, не двигайтесь, отойдите подальше. И Кришна сказал: смотрите, и вот Кришна пошел. Он из своей одежды завязал ремень. А он подвязался в своей одежды, завязал ремень, залез на дерево, на кадамбу. И вот вопрос. Те Враджаваси, его друзья, они уже знали, что вода очень ядовита. Они встретились уже с этой ситуацией опасной. И как Кришна мог там находиться? Кришна — это их сердце. Как они смогли позволить Кришне пройти туда, к этому озеру? Вопрос такой. И Санатан Госвами отвечает: это йога-майя так повлияла на них. Йога-майя, она не позволила им это сказать. Они как бы хотели его остановить, но не осмелились. Они стояли чуть подаль. И вот Кришна залез на дерево и начал хлопать себя по рукам, и эти дружки его начали смеяться. И вот Кришна спрыгнул с этого высокого дерева в эту ядовитую воду озера. И вопрос возникает: те Враджаваси, они должны были остановить Кришну от такого поступка, но по воле Йога-майи они не смогли. Они вроде как хотели сказать ему, но не осмелились. И и вот он прыгнул в эту ядовитую воду. Infinity Brahman is there inside his body. Infinity Brahman. Still Krishna has his exclusive existence. То есть, хотя Кришна, он вездесущ, и он в его теле находится бесчисленные вселенные, но он и там находится, и также отдельно существует в форме Кришны. И вот сейчас, смотря на состояние этого озера, и он хотел наказать этого Калью и очистить эту реку. Халасаньяманаватараха, Кришна, who is going to subdue all demons and everybody?
going to climb the trees and jump. Krishna kadamba maharijya tato oti otunya maspatya garudasana nyapata dvishode. Then what happens? И что случилось? Purusha Saro, that's Sarva Radha, Purusha Saro Nipato Bego, Shancho Vito, Urago Visho Chashitam Burasi. Split up all meaning given here. Why? Nice. That's Sarva Radha, that Kaliyarada, after Krishna Jam, he is Purusha Saro Nipato. Purusha Saro means? He is the vitals of whole Brahmanda and the Brahmanda. Follow. Purushasara means? И вот так, здесь Кришна называется Пурушасара. То есть он суть всех, он причина всех бесчисленных Брахманд. Purushasara nipato bego. Be careful. Not one small boy of 6 years jumping from. То есть он прыгнул в воду не в форме 6-летнего мальчика. То есть если бы просто в форме 6-летнего мальчика прыгнул, то ничего особо не случилось бы, но Кришна, он суть всех бесчисленных брахманд. И смотрите, что могло случиться с озером, когда сам Кришна прыгнул туда, то это озеро стало подобно океану. То есть, и вот от прыжка Кришны в озеро, вода она поднялась очень сильно и затопила все поблизости. И вот как раз и вот эта волна была, это ядовитая вода, она растеклась от прыжка Шри Кришны на 400 стыл от озера. А эти пастушки стояли чуть-чуть дальше, что их это не задело, они чуть-чуть дальше на безопасном расстоянии находились. А еще волны, когда Кришна прыгнул в озеро, то эта вода поднялась на 400 локтей. Sarpo Radha Purusha Saro Nipata Bego Sancho Vito Urago Visho Chasitam Murasihi Parya Pluto Visho Kasayo Visho Normi Visho Norvir Dhavano Dhanu Sato Mananta Balasya Kinta. О, Райан, почему ты не веришь мне, что невозможно для Кришны? Смотри, Кришна, он в Хайхате находится в форме 6-летнего мальчика, но он суть всех брахманд. Почему ты не можешь поверить? И вот вся близлежащая область. Парита значит вот близлежащая область. Асрамам паритаха банам тиштхати. Асрам, around all jungle, forest, this is its application. So with what you must know the application. Follow, see. So, парья плуто вишу касайо
Вишну Урми Дхавана. Вишну Урми Дхавана. Урми Дхавана. Деву. You know? This? Who? What? Waves, yes. Waves all around Brahmi. Вишну Касаю. Вишну Урми. Вишну Урми Дхавана. Сато Дханум Ананта Валасса. Ким Тот? Is it heavy for Krishna? It's easy. It's quite natural that Krishna, the vitals of all Ananta Brahmanda, are jumping into the lake, which is just like ocean, fathomless. Krishna jumping. So how? What is not possible for Krishna? И вот после того, как Кришна прыгнул в озеро, что случилось с этим озером? Оно большое было, 8 миль. Big lake, you cannot see your end. Where is end? So 8 miles, how your eye can see up to 8 miles? Cannot see end. What is there after 8 miles? Not possible. So you see, so all around water and water, all flooded. И вот все было затоплено вокруг. All around flood and waves going. Если волны, и это озеро стало беспокойным из-за веса тела Кришны, который прыгнул в это озеро, и для этого Кальянага, который жил внутри воды, для него он не ожидал, что есть кто-то в этом материальном мире, кто мог бы прийти и встретиться к ним лицом к лицу. Он решил выйти и посмотреть. Он разгневался и начал возмущаться, что у него тут дети, семья, жена, жены. И кто ж тут, кроме Гаруды? Гаруда не должен прийти, поскольку он отсюда запрещен в этом месте. И кто посмел? Я уже рассказывал, что Калия, он раньше был в Раманадвипе, но еще есть история есть про то, как он вообще Калией стал. Он был очень набожным царем. У него он подцепил опасную болезнь, практически умирал, но пришел сон к нему однажды, приснился сон. И в этом сне говорилось, что какой-то саду был, если принять воду, омывшую его стопы, то вся болезнь пропадет, он исцелится. И когда он пришел к саду, он видел, что этот саду был болен проказой, но во сне было пророчество, и он думал, нужно принять воду, омывшую его стопы. Он подошел к этому саду, и вот еще от него запах плохой исходил, ядовитый. Но от проказы там ничего хорошего не было. И он думал, как же я могу выпить эту воду? Ну, хорошо. И он сказал: «О, Риши, я хочу принять воду, омывшую ваши стопы. Не надо, у меня вот, смотри, проказа нет, я хочу». Этот царь взял эту воду все-таки и думал, пить эту воду или не пить. И вот думал, что эта вода ядовитая, и лучше ее не пить. И после этого он взял эту воду и на голову себе вылил, но выпить он не мог ее, не смог. Но во сне говорилось, что нужно выпить именно было, но он из-за страха не смог выпить. И поэтому в следующей жизни Кали стал ядовитой змеей. И вот родился он в Раманадвипе.
а в свою пещеру на Ямуне, как он попал? Случилось это так, что Шабари Риши проклял Гаруду. И это была ошибка Шабари. Он не должен был проклинать его, поскольку Гаруда, он необычный, а он служит самому Шри Кришне. И вот вся рыба собралась, пошла жаловаться Гаруде, пошла жаловаться на Гаруду Шабари Риши, и вот эта рыба начала просить о помощи, и Гаруда был проклят Шабари Риши, и это была большая ошибка. Я хочу напомнить вам, почему я говорю так. Я не говорил подробно, а Шабари Риши проклял этого Гаруду, и это была его ошибка. Он совершил оскорбление лотосным стопам Бхагават Паршада, Гаруда Бхагавана. И осознанно или неосознанно, если мы совершим оскорбление, если мы какой-то грех совершим, то это не столь страшно, можно избавиться от его последствий, но оскорбление, если мы совершим любое оскорбление относительно Харинама, преданных имени Господа и его спутников, и все, что связано с Господом, то мы будем вынуждены получить результат и за это. И вот Шабари Риши, он думал, что он могущественный Риши, 60 тысяч лет совершал аскезу и проклял Гаруду, и это была его ошибка. Он совершил оскорбление таким образом, и впоследствии Гаруда избегал этого места, где жил Калиев, где поселился Калиев в будущем. И на что с Шабари Риши случилось, даже после того, как он совершал аскезу 60 тысяч лет, чтобы напомнить нам, мы тоже можем десятки тысяч лет совершать баджан, но совершать ошибку очень просто и легко, и попасть в ад также из-за этой ошибки. Посмотрите, насколько внимательно мы должны совершать баджан. Мы можем совершать баджан долгое-долгое время, но в один день мы можем совершить какую-то ошибку и потеряем свой баджан и получим какой-то плохой эффект. И вот те, кто совершает баджан, они должны быть очень внимательны, всегда контролировать себя, смотреть влево-вправо и во все другие стороны, чтобы, не дай Бог, не совершить оскорбление Господу и Его дорогим спутникам и всем остальным, что связано с Верховным Господом и служением Ему. И вот Шабари Риши, после того, как совершал свой баджан 60 тысяч лет, он почувствовал вожделение. Почему? Он увидел двух рыб, которые совокуплялись. И это возбудило вожделение в его сердце. А те, кто обрел милость Гуру Вайшнавов, то никакое вожделение, никакая майя, она не сможет принести никаких проблем им. И вот смотрите, он так, этот Риши развил вожделение. Вожделение значит, что он уже не мог совершать баджан дальше. Вот внутри воды он еще сидел, под водой. И вот вышел из воды, из-за влияния этого вожделения он хотел жениться.
вести семейную жизнь, а кто мог дать свою дочь за него? У него, он, ну, за эти 60 тысяч лет уже тело его очень сильно постарело, и он думал, кто же. Он пошел к царю Мандатя. И попросил его. Что у тебя 50 дочерей, дай мне одну замуж за меня. И царь подумал, что если я откажу, он меня проклянет сразу, лучше, если я... О, Риши, мы цари, у нас есть система, ты иди, выбери любую из дочерей. И вот иди, выбери любую из дочерей, у меня их 50. И Риши подумал, очень умно, кто ж меня выберет. И вот он пошел в дворец, и все эти дочери убежали, что слишком старые, слишком страшные. И Шабари подумал, о, царь очень хитер, обдурить меня хотел, и я тоже. Я из, и вот он своей йогической силой, он омолодил себя, и когда пришел второй раз с этими... Опять пришел во дворец, то все дочери захотели замуж за него, но царь сказал, хорошо, женись на всех 50. И Шабари, этот Шабари Риши так женился на всех и распространил себя в 50 экспансии. Но впоследствии он пожалел о своем решении, поскольку он 60 тысяч лет совершал аскезы, но вот в один день все потерял, поскольку совершил эту ошибку, проклял Гаруду. И поэтому мы должны быть очень внимательны, не совершать никаких ошибок. Вайшнавы, они очень осторожны. Чувствительность Вайшнава, она находится на таком высоком уровне, что мы не можем подсчитать настоящее, прошлое, будущее. Все они могут видеть. И вот согласно этому они живут. И вот смотрите. Что же, для Кришны возможно все. И вот Кришна начал плавать по этому озеру и создавать всякие беспокойства. Он хлопал ладонями по воде. Бхуджа-данда-гурнабо-бхо-бхо-манго-барабарна-викрама-салайк.
И вот Кришна подобно сумасшедшему слону, он плавал и играл в этом озере, что все озеро пришло в беспокойство и начало, ну, течение какое-то там образовалось. И вот Калия подумал, что сколько тут живу, никогда не было такого, нужно выйти посмотреть, что случилось. Калия был очень обеспокоен, и вот он решил выйти и посмотреть, что случилось. Я тут сколько живу, очень все хорошо было, тут кто-то пришел беспокоить. Нирикшо чокшу сраха самасарат, тал амришваманаха. Чокшу сраха мин окхи сраха. Чокшу сраха, I already told long ago, those who are snake, и вот змеи, видели ли вы уши змей? Why? Нет, нет. You never catch them? Не видели. Поскольку их нет у змеи, они глазами могут видеть. Точнее, глазами слышать могут. У них глаза двойную функцию выполняют. И поэтому на санскрите змеи зовутся вот таким словом, видящие глазами, точнее, слышащие глазами. И это по воле Кришны так случилось. И вот, услышав эти беспокойства, которые Кришна приносил ему, Нирикшо чокшу сраваха самасарат тал амришваманаха. Амришваманаха is not able to bear anymore. Амришваманаха, вот он, Калия уже не мог терпеть дальше. Амришваманаха самасарат. Он вышел из своей этой обители и посмотреть, кто же осмелился совершить такую ошибку, беспокоить его. И вот Калия выполз из своей пещеры и смотрит, кто там. My building, my quarter also going to be break down. It's so big problem. And I think Guru cannot come. It cannot be so because Guru already having some cards on him. So I cannot expect Guru to come here. И вот он думал, кто же, поскольку Гаруда был проклят, кто же еще кроме него. И вот вышел он из воды. Распрямил свои капюшоны. Bhujaya Chachada. Chachada means? I can explain. First of all, Kaliya coming out. И вот Калия вышел из воды и смотрит, кто там необычайно красивый. Infinity Brahman, this kind of beauty we cannot see. Он никогда не видел такой красоты, цветом свежей грозовой тучи. Blue kind of money available. It's called Nila. Nail money, costly, very nice, like, you know, like cloud, small, and the clothes is, you know,
и одежда его была из шелка, цвета огня. Питамбара. Питамбар амбар значит клод, а пита другая. И на его шее How possible? After that, you see, so beautiful, and it's playing, so audacity. Because you know, I already told one demon was there. If any boy is coming to play in his garden, the demon is very become angry. After that, all small children they like to play. Who can stop? Then after all. The demon write on signboard there. What is signboard written? Discussers will be prosecuted. Those are forcefully coming to enter, and the prosecution will be then in court against them. I cannot allow anybody, even not children. И вот однажды он Махарадж переключился, был какой-то демон, он в его саде дети играли, ему это не нравилось. И в итоге он повесил вывеску, что те, кто зайдут, будут наказаны. И вот Калия также он смотрел на улыбающееся лицо Кришны, его голова была украшена короной. И если у кого-то будет возможность увидеть Кришну, то они не смогут оторвать от него взгляда. Если даже кто-то палец Кришны увидит, они не смогут оторвать взгляда или стопы Кришны. Кришна настолько прекрасен, любые части тела Кришны настолько прекрасны. Они непостижимы нашему уму. И материальным умом мы никогда не сможем их постичь. И вот говорится, Прекшанийо сукумар ганаватам. Прекшанийо сукумар сука, very soft body, very soft Krishna. And ганаватам is like cloud, new cloud. Nilmani, the body color. And Sivasa Pita Vasanam, Sivasa is there, Pita Vasanam, you know, Pita Vasanam like the color of fire, very nice, with belt there, with very plain moon. И вот Кришна такой украшенный различными украшениями, и эти пастушки, они издалека смотрели на него. Издалека и думали, может, от прикосновения Кришны вся вода потеряла свою ядовитость. И Кришна без капли страха играл в этой воде. И лотосные стопы Кришны, они были подобны лотосам. Кирантам апратибам камало дарангри удару удару also very nice камало дарангри шандасу мармасу русат бужая чачадо. After looking this rare glance, и увидев этот редкий и получив этот редкий даршан Кришны, то Калия, он был очень демоном, и он, его сердце не приняло Кришну. Любой, кто в этом материальном мире увидит Кришну в таком прекрасном виде, то его сердце растопится. Но Калия, он не подумал,
чтобы оказать какую-то милость Кришне. Нет, он пошел к Кришне и обвил Кришну своими кольцами, ну, в смысле, змея обвил Кришну своим телом. И Кришна, он и все друзья Кришны, видя это, они начали плакать: «О, Кришна, зачем ты это сделал? Смотри, что сейчас с тобой случилось. Кали схватил тебя, и мы умрем все». И вот и также смотрите на состояние этих пастушков, коров и быков, и их телят, они стояли, смотрели и не знали, что же делать. Они смотрели на Кришну и не знали, что же делать. И Кришна специально совершает этот лилу, чтобы увеличить чувство Враджа Бхаву, чтобы проверить ее, посмотреть, что они делают. И все эти пастушки, они смотрят и думают, что сейчас мы потеряем Кришну, и сердце, он господин нашего сердца, и что же случится, если мы потеряем его? И тогда все коровы и телята и быки, они Шантарас, они бхакты Шантарас, они тоже смотрели и переживали. И когда Калия обвил Кришну своим телом, он еще укусить его хотел. Кришна, он настолько прекрасен, он жизнь всех, а Калия, как он такой бессердечный, еще хочет убить его своим укусом. И вот следующий день я расскажу об состоянии Враджаваси и этих пастушков, и я расскажу о том, что чувствовали все остальные Враджаваси, и почему Шукадев Госвами он хотел избежать этой лилы, поскольку из-за такого плачевное состояние всех и участников невозможно объяснить никакой философией, никакими словами, чтобы описать ту картину, ту ситуацию, которая случилась. Мы должны помнить об этой, помнить о том, что я говорю, чтобы обрести нектар, как из сахарного тростника, если его снова и снова выжимать, то сок, он снова и снова течет.